Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Герман, и я опять вернулся в эту замечательную группу под названием «Фантастическая рыбалка». И сейчас, так как у нас куча всяких обнов и всего-всего-всего-всего, но у меня нету сегодня, так сказать, желания все это рассказывать, ну, у меня сегодня такое тестовое такое видео по тому, так сказать, по такому поводу, что я вернулся. Во-первых, я хочу поздравить всех с праздником 23 февраля, пожелать всем радости, счастья, здоровья, благополучия, огромных денег и карьерного роста всем мужчинам, особенно тем, кто служил. Вообще, пацаны, всем огромный респект. И сегодня я хотел бы поговорить на такую замечательную тему, как пинагор. Пинагор. Вот это вот рыбка. Кто-то ловит чевычу, кто-то апинагора, то есть что прибыльнее ловить. Вот. Я хочу поставить эксперимент, сколько будет стоить 1000 апинагоров, выгодно ли их ловить или нет. Итак, 1000 апинагоров. Самое интересное. Я сейчас уже наловил, не помню сколько, там уже 200 с чем, нет, не 200, вру. Наловил меньше, во, все, теперь нету этих подлагиваний, замечательно просто, я рад. Вот, сейчас, когда у меня будет, сейчас вам скажу этих, как она называется, блин, медузы, когда у меня не будет медуз, точнее не будет, а когда станет у меня 718 медуз, мы с вами ровно наловили 1000 пинагоров. Это, кстати, офигенно, и мы, естественно, посмотрим, сколько это будет стоить. Сейчас деньги я записал, сколько у меня сейчас денег. И да, дорогие друзья, это видео по поводу моего возвращения на канал именно этой фантастической рыбалки. Будем продолжать, и пока у меня есть настроение, есть желание, будем бомбить, снимать я буду, то есть я заснял, я отрендерил, я выложил, буду делать так. Заранее эту игру я снимать не буду, потому что в ней видео я буду играть, мой никнейм mpower, буду играть практически каждый вечер, кроме того промежутка времени, когда у меня будет сессия, это 17 марта по 9 апреля. В этот промежуток времени играть я не смогу, видео на канале выходить, естественно, будут, но, то есть, те, которые засняты заранее, чтобы канал, как бы, у меня опять не застаивался, а по русской рыбалке, естественно, все будет у нас по красоте. Так, по фантастической, извиняюсь, будет выходить исключительно в том плане, то есть, когда я вот снял, тогда уже и будет. Итак, дорогие друзья, и сейчас я вам просто представлю очень быструю ускоренную съемку вылова 1000 пинагоров, и естественно мы с вами посмотрим, сколько получится у нас по деньгам и выгодно их ловить или нет. Но я напоминаю, что сейчас идет акция, и 50%, то есть у нас меньше больше, я вообще путаюсь, вообще больше 50% цена на рыбу, и поэтому у нас будет больше прибыль. Еще плюс поездка между базами у нас нулевая сейчас, потому что сейчас у нас акция на праздник, и она будет до 5 марта. Поэтому, кто хочет, у вас еще есть время, вы успеете стартануть. Поэтому, дорогие друзья, не расходимся, продолжаем. Смотрите это коротенькое видео, и это видео посвящено возвращению на канал Фантастической рыбалки. Будет много серий, будет круто, и все, дальше ускоренный видос. Погнали! Итак, дорогие друзья, это конец, так сказать, видюхи 1000 пинагора. Смотрите, сколько получилось денег, но это ложные деньги, потому что я еще после этого видео, я выложу второе видео, как я ловил достижение гуппи. Поэтому чистых денег у нас получается с 1000 пинагора, это 758 тысяч 10 кредитов. Сумму вы видите на экране. Сколько у меня получилось? Сколько было, вы можете посмотреть в начале, но я напишу. Было 536 тысяч 763. Вот. И выхлоп денег. То есть сколько у нас получается? При том, что у нас акция, и получается на рыбу у нас прирост на продажу 50%, плюс поездка по всем базам у нас бесплатно, так как мы ловим зачет, едем продавать зачет на Нера,
Естественно, продавщицы, возвращаемся на Эльбу и опять забиваем садок рыбой. Вот, я забивал садок на 100 килограмм, 3 тон... ой, на 100 штук 3 тонны, я забивал где-то 70, там, до 80 зачетных пенагоров ловил и непосредственно ехал, сдавал их продавщице магазин. И теперь самая главная цифра, которая вас так всех волнует. Какая же у нас финальная цена? Какой же у нас какая же у нас получилась прибыль? Итак, дорогие друзья, прибыль у нас во время акции составила. Я затратился на наживку, с запасом я потратил 33 тысячи кредитов. Но я поднял, слушайте эту сумму, 221 тысяча 247. Это я поднял вот чисто за акцию. Я практически отбил свои деньги на наживку. Ну, как практически? Если я доловлю вот это, я еще больше подниму себе денег. Потому что вот это все, вот эта наживка оставшаяся, это все входит в сумму покупки в ту. То есть вы понимаете, да, что 200 тысяч я наварил. А 200 тысяч навара — это очень офигенно. Но это потому что акция. Это потому что акция. Если мы убираем 50%, у нас, естественно, получается 110 623. В принципе, неплохо. Ловить можно. Если вы ловите на чевычи, я советую вам, наверное, все-таки лучше ловить на пинагора. Особенно если у вас очень хорошо раскачан доночник и раскачан у вас торговец, то есть вот это и вот это, то вам будет вообще очень хорошо здесь ловиться, вы будете очень неплохо поднимать деньги. И это видео специально для тех, кто не знает. Снасть нужно покупать на 40 килограмм, вот такую вот комплектацию вам вполне достаточно, чтобы ловить пинагоров с головой. Купили такую снасть, рванули на Эльбу и погнали долбить пинагоров. Накупили на все деньги наживки и ловите. Естественно, садочек себе нормальный купить, вот как я покупал на 3 тонны. Ну, правда, это я, наверное, чересчур много купил, там можно было чуть поменьше выбрать, если есть, я просто не помню. И все. Поэтому, дорогие друзья, всем огромное спасибо за внимание. 1000 пинагоров, наша цель выполнена, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Давайте зайдем в рыбы. Вот сколько сейчас у нас пинагоров. Можете сравнить с началом видео, сколько у нас было. Поэтому всем огромное спасибо за внимание. Ставьте большие пальцы вверх и напишите, сколько вы заработали. Я в акцию сейчас заработал чистыми 200 тысяч. Это просто огромный плюс. И поэтому все круто. Так что всем огромное спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокол. И не забывайте комментировать. Все. Всем до скорых встреч. Пока-пока.